Люди со временем поймут, что они оставляют после себя след. Они как бы откладывают личинку свою. Они умрут, а дом останется. Вот эта личинка, она у каждого будет разная. Что из нее вырастет? Мне захотелось такую личинку отложить. Дмитрий Киселев. Редко кому в голову придет сравнить свой жизненный путь с отложением личинок. Ведь можно сказать про след на земле по-разному. Люди задумываются, каких детей они родили. Люди задумываются, что они изобрели, какую память о себе оставили. А вот у Дмитрия Киселева на уме личинки. Дмитрий Киселев откладывает личинки для того, чтобы после него остался след. Как мы знаем, живые существа и люди живородящие, а вот насекомые дело другое, находятся на более низшей ступени, и у них там все на уровне личинок. Одним словом, заметная, многоговорящая о себе фраза. И я решил открыть серию «Путинские личинки». Буду стараться в этих роликах говорить о конкретных вещах, о конкретных людях или событиях, которые можно назвать путинские личинки, то есть что-то отвратительное, что-то нечеловеческое. И сегодня первая путинская личинка. Вот такая она огромная и так приблизительно выглядит сверху. Может быть, многие из вас уже знают или слышали об этом. Это известное, теперь уже горько известное, кладбище в Кольпино, недалеко от Санкт-Петербурга. По-моему, впервые это кладбище показала женщина по имени Елена Васильева. Она будет в этом ролике дальше. Насколько я понял, это блогерша, и она рассказывает о неизвестных захоронениях, о пропавших солдатах, их матерях или что-то в этом роде. Итак, люди обнаружили, что буквально в течение нескольких недель появилось огромное захоронение – 1600 могил. Все эти могилы, как вы видите, выглядят несколько странно. Высокая насыпь, очень высокая. Свидетели говорят, что это широкие могилы, и ни одна из них, естественно, не подписана. Написано просто «НМ» или «НЖ» – неизвестный мужчина или неизвестная женщина. Известны даты их смертей, все они – буквально недавние даты и дальше некие кодовые номера. Августе 17-го. И все, в принципе, разные. Неизвестный мужчина. Неизвестная женщина. Ольховская она. Да. Все это правда. Я тоже думал, что это фейк. Вброс очередной. И решил сам просто взять сюда, приехать и проверить, так оно это или нет. Где-то уже памятники, точнее, мемориальные плитки уже просто упали, и поправить их некому. Второй год, 17. Все в 17 году. Июль месяц, 26.07. 17 год, неизвестный мужчина. Лето, это все было летом. 31.07, 17. 30.07, 17. 9.05, 17. Подобные кадры мы видели из Ростовской области и Псковской. Как вы помните, расследование Льва Шлосберга, которое он сделал в самом начале, кажется, в 2015 году, привело его на больничную койку. Его избили и угрожали убить, если он будет дальше заниматься этим расследованием. Дальше в течение этих 4 лет подобные кладбища возникают то тут, то там. Люди, что интересно, не задают вопросов. И на этом ролике вы сейчас увидите, как те, кто снимают это кладбище, наталкиваются на 2 женщин. Послушайте внимательно, что они говорят. Женщины точно знают, куда они идут, они не хотят отвечать на вопросы.
когда у них спрашивают, кого они ищут, они говорят, мы знаем кого. То есть, скорее всего, им назван номер, под которым лежит их сын, брат, муж, кто его знает. Итак, женщины приехали, получив заранее информацию, и случайно попали на камеру. Больше ни на какие вопросы они не отвечают, как и все родственники и близкие погибших в последнее время российских солдат. Хоронить вот так без номеров, без фамилий. Уважаемые женщины, вы в курсе, да, кто здесь захоронен? Нет. Вы посмотрите номера. Мы своего ищем. И он, думаете, здесь захоронен? Ну, ваш, ой, кого вы ищете? А почему бы нет? Нам сказали, где мы ходим. Здесь столько табличек вообще безымянных. Это ужас какой-то. А он у нас безымянный есть. Безымянный, как вы найдете? Найдем. Вам сказали номер? Да. Ну, хоть вот спасибо это сказали. Пиздец, Олег, пиздец. Люди не могут захоронить своих родственников. Послушайте, что говорит эта блогерша и, главное, последние ее слова. До них, до русских, начинает доходить, что коллективная ответственность существует, то, о чем я говорил. Она говорит, что мы все виноваты и в конечном счете отвечать мы будем все за наши бездействия. Очень правильные слова. Сфотографируйте эти могилы, пришлите к нам. Может быть, мы сверим, и окажется, что эти имена уже есть у нас в списках. Может быть, это без вести пропавшие, которых мы ищем еще до сих пор, и не знаем, где они. И тогда мы сможем еще поправить этот наш список. А может быть, мы внесем туда новые имена тех, кто погиб, защищая, так сказать, непонятный русский мир на Донбассе. Это головная боль, по сути, каждого россиянина, каждого из нас. И не надо так ужасаться всему этому. Мы сами виноваты в этом. Мы сами довели страну до этого состояния своим собственным бездействием. И Кремль, та верхушка, которая захватила эту власть и от нашего имени вещает и ворует бюджет, и мы все, получается, оплачиваем все эти войны, мы, по сути, становимся соучастниками вот вместе с этим Кремлем, вот всех этих деяний. И всех этих вот безвременных смертей. Не надо быть чистоплюями. Путин сделал так и выстроил систему так, что каждый замаран. Каждый абсолютно замаран. Народ просыпается. Появляются люди, которые пытаются об этом говорить. Пытаются призывать, по крайней мере, к пониманию того, что они тоже виноваты. Что нельзя просто сказать, да, это бандиты сидели у власти, а мы, дескать, ни при чем. Нет, до нее уже дошло, что причем и причем отвечать будут все, именно народ. Они понесут самую большую ответственность, и вся тяжесть после путинского режима ляжет на плечи народа. Если вы скажете, это несправедливо, нет, господа, это как раз справедливо. И чем тяжелее будет эта ноша, тем больше вероятность того, что следующего правителя будут не просто бездумно назначать или соглашаться с тем, кого вам поставят, а будут внимательно выбирать и следить за каждым его шагом, для того, чтобы потом не пришлось пережить это еще раз. В конце концов, русские должны начать учить уроки, свои уроки истории. Итак, одна из самых больших, ужасных, отвратительных и жирных личинок путинского режима – вот эта история с неизвестными захоронениями. Вы помните, как это было с Афганистаном? Тогда все об этом знали, почти старались об этом не говорить, но самое главное, что тогда происходило. Матери получали своих детей в цинковых гробах, их хоронили иногда целой школой, поселком, им все-таки отдавали последние почести. Эти парни лежали на кладбищах, и понять, что это были афганцы, можно было либо по звезде, либо по молодой фотографии парня в военной форме. Тогда все знали, да, это здесь лежит афганец. То, что сделал путинский режим, это страшнее, чем война в Афганистане. Потому что родители этих парней своих ребят назад не получили. Ни в цинковых гробах, ни в мешках, вообще никак.
Их привезли, свалили в одну сторону, да, слава богу, вырыли экскаватором могилу, а дальше по номерам забросали. Представляете, какой ужас и какой цинизм. Для чего это делается? Для того, чтобы потом, через много лет, обезумевшие родители вернулись сюда, откапывали своих детей и, возможно, за свой собственный счет перевозили и перезахоранивали их. Ведь совершенно невозможно представить, что вот такие спонтанные кладбища так и будут существовать. И так и никто не спросит, кто находится под этими номерами. Ведь понятно же, что после падения режима будут и целые организации, и вдруг откуда-то появятся заплаканные горем матери и будут кричать, где наши дети. Все это будет, все это еще впереди. А пока путинский режим откладывает свои ужасные личинки по всей стране.